институции. Сегодня мы... я сегодня покажу вам свои рисунки по клеточкам. Следующее видео будет про то, как мы украшаем елку. И давайте начнем. Сейчас я вам покажу мои рисунки по клеточкам. А начнем с первого рисунка. Это такой кристаллик. Он нарисован буквально по клеточкам. Тут еще два кристаллика. Это вот основной кристаллик. Что у меня тут написано кристалл. Теперь и вот такой вот смайл. Возьмите очень смайл. Обычно смайл. Написано тоже смайл. Я везде подписывала. Еще такой глазки нарисовала по клеточкам. Глаз. И вот есть и губы, и глаз. Смотрите, хочу показать. Это значит, что пришел, идет новый. Вот. Глаз и поцелуй. Вот. И вот еще такая девочка такая. Немного похожа на российский флаг. Высока наша елочка? Красно-синяя. Красно-синяя такая. Наша елка велика. А вот такая вот. И тут написано. Это шашки, вышаташки. Девочка. Это что, лавы и что-то какие-то мелкие вообще, я так поняла. И вот такой вот попугайчик. 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 Не надо выдергивать, одежка же не выдергивает, она просто распрямляет. И еще такое яблочко. Странненькое немножко. Яблочко, потому что оно зеленое, красное, желтое. Такая вот странная яблоко. И цветочек такой. Розовый. Это коронка такая. Тут такой. Не знаю, такая палочка типа и корона. Вот такие вот у меня рисунки по клеточкам. Днем Конституции всех ждем видео, как мы украшаем елку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И, конечно же, пишите позитивные комментарии. Всем пока-пока!